Привет! В этом видео я покажу вам три варианта крутых стрелок. Puppy, Cat, Fox. Начнем мы с Puppy стрелок. Это такие милые-милые щенячьи глазки. И рисовать стрелочку нужно будет немножечко вниз. Итак, для начала заполняем вдоль ресничного ряда. Доходим до края глаза и немножечко опускаем стрелку. Опустили и уже затем выводим сам хвостик стрелочки. Тоже к виску, как и всегда. Затем прокрашиваем вдоль линии роста нижних ресниц. Делаем как бы вот такой вот уголочек. Повторяем то же самое на другом глазике. Прокрашиваем вдоль линии роста ресниц. Опускаем и выводим стрелочку. И подчеркиваем нижнее веко. Дальше плоской кисточкой и коричневым цветом подчеркиваем как бы складочку нижнего века. Но получится что-то подобное. Затем на маленькую плоскую кисточку набираем блестящие тени и будем подводить нижнее веко, как бы между нашей полоской, которую мы подвели, и стрелочкой. Вот так. Сейчас добавлю еще накладные реснички, вот такие. С ними взгляд получится еще милее. Прокрашиваю немножко реснички, особенно нижние. Они еще больше раскроют глазик. Готово. Такие миленькие глазки получились. Следующими будем делать кошачьи стрелки. Cat eye. Для начала даем направление. Эту стрелочку уже можно делать высоко, делать так, как вы привыкли. Немного приподнятой, только не сильно длинной. Дальше заполняем вдоль ресничного ряда, но не заходим на начало ресничного ряда. Вот так. И немного расширяем. Вот так. И вторая готова. Смотрите, какие получаются. Сейчас тоже добавим накладные реснички, только уже немножечко с удлинением по уголочкам. Вот такие. Пока клей на накладных ресничках подсыхает, можно пока прокрасить ресницы тушью. Смотрите, как чудесно смотрятся стрелочки с накладными ресничками. Теперь приступаем к третьему варианту. Это лисий взгляд. Я не просто так не стерла предыдущие стрелки. Именно с кошачьих мы сделаем лисьи стрелки. Вам нужно продлить линию вовнутрь глазика, вдоль ресничного ряда, и нарисовать прямо такую галочку. Вот так. Типа как такие восточные стрелки. И немножечко продлеваем вдоль нижнего века. Как бы по слизистой. И затем наш хвостик вытягиваем посильнее к виску. Вот так линия у вас должна идти на подъем. Прямо ж такие должны получиться. Реснички для них подойдут именно с удлинением по уголочкам. Прям сильно выражены. Пока клей на ресничках подсыхает, на пушистую кисточку набираем коричневый оттенок. Типа как бы повторяющий оттенок тени нашей складки века. И прокрашиваем ее на удлинение. Вот так вот вытягиваем тоже к виску. Как бы дублируя нашу линию стрелки. Чтобы еще лучше подчеркнуть подъем. Вот так. Прокрашиваем реснички. Точнее, наводим их еще посильнее. И приклеиваю накладные. Вот. Смотрите, как глазик выглядит с накладными ресничками. Видите этот подъемчик? На этом все. Вот такие вот типы стрелочек у нас были сегодня. Пишите, какой тип стрелочки вам понравился больше. Щенячий, котячий или лисий. Надеюсь, вам было полезно это видео. До встречи в следующих.